Я сердечно приветствую с праздником Воскресного дня. В сегодняшнем евангельском чтении, которое мы с вами слышали за божественной службой, речь шла о явленном Господом чуде, и даже неоднократно о двух чудесах. Во-первых, о воскрешении 13-летней отроковицы, дочери Иаира, и об исцелении кровоточивой женщины, которая 12 лет страдала страшным недугом. Вот очень часто, когда мы с вами, братья и сестры, читаем Евангелие, речь заходит о чудесах, которые сотворил Господь с теми или иными людьми. Но в сегодняшнее время очень немногие люди, если их спросить напрямую, откровенно, верят ли они в чудо, скажут, ну это что-то такое из босоногого детства, это что-то такое вот, ну, очень и очень придуманное. Для людей верующих это ежедневная реальность, по крайней мере для тех людей, которые истово верят в Бога и стараются быть внимательными к собственной жизни и к тем событиям, которые их жизнь наполняют. Потому что и вчера, и днесь Христос тот же и вовеки, и Он всегда рядом и близко с теми, кто обращается с просьбой к Его помощи, кто взыскует, кто ищет Его помощи. И поэтому, когда Господь посылает свою божественную силу и через благодать таким образом влияет на жизнь человека, когда какие-то сложные и трудные обстоятельства приходит нечто, что невозможно объяснить простыми человеческими словами. И это верующие люди называют чудом, проявлением Божьего промысла и действием божественной благодати. Так было, так есть и так будет. Именно там, где есть верующие во Христа люди. В день сегодняшний, братья и сестры, когда наше Отечество сталкивается с такими сложностями и противоречиями, которые возникли на нашем пути, вера в божественный промысел и в чудо от Господа в наших сердцах очень колеблется. И это совершенно понятно, потому что каждый Божий день, когда мы включаем телевизор, когда мы открываем интернет или газеты, мы читаем новости, сводки, слушаем с фронта, узнаем о каких-то последних событиях. Все это нас крайне волнует. Все это по-живому проходит по нашему сердцу. То есть та граница мира и войны, она обязательно в сердце каждого верующего человека, который очень остро чувствует эту боль и это страдание. И очень сложно человеку не отчаяться, не впасть в уныние, не поддаться какому-то всепоглощающему страху. Особенно это касается людей, которые только ищут свой путь к Богу. Ведь те люди, которые воцерковлены, они знают, что в любых обстоятельствах, будь то радостное событие в жизни или какое-то испытание, все это гораздо легче перенести и пережить вместе с Господом. И поэтому люди, верующие всегда в таких обстоятельствах, вместо страха, вместо ропота, вместо осуждения, они стараются углубиться в молитву и как можно чаще бывают в храме. Если опять же мы с вами наложим события евангельского чтения, которые слышали в сегодняшней службе, то здесь очень мощно звучит голос Христа Спасителя, обращенный к испуганному и унывающему отцу, единственная 12-летняя дочь которого лежит на одре, и он понимает, что она может в любую минуту умереть, что и случается в продолжении сегодняшнего евангельского повествования. И вот, обращаясь к отцу больной дочери, Христос, который искренне переживает за все то, что сейчас творится в душе этого человека, он поддерживает его такими словами: «Не бойся, токмо веруй». И вот этот призыв Христа Спасителя, братья и сестры, сегодня обращен ко всем нам.
чтобы мы старались не колебать силу собственного духа, чтобы в эти сложные, страшные дни испытаний мы с вами находили духовные и душевные силы для того, чтобы не быть осуждающими и злобными. Мы должны в эти дни быть очень внимательными друг к другу. И всю ту боль и переживания, которые есть в наших сердцах, мы должны прежде всего воплощать в молитву, надеясь на милость Божию. И апостол Павел сегодня, поддерживая всех нас, говорит удивительные слова, которые в самые страшные, в самые черные и скорбные дни должны нас с вами убедить в том, что Господь всегда рядом, и Господь всегда и во всем нам помогает. Апостол Павел говорит так: «Бог Сын в милости великой, возлюбивший каждого человека, эта любовь всегда сопровождает нас с вами, братья и сестры, даже в те моменты, когда мы начинаем отчаиваться, когда мы начинаем унывать, все равно Господь стоит рядом и протягивает нам свою спасающую руку. Поэтому мы, братья и сестры, не только в радости, но и в горести должны чувствовать это присутствие Божие и должны изо всех сил укреплять самих себя в подвиге земного крестоношения и собственным примером показывать окружающим нас людям, что, несмотря на сложности, несмотря на скорби, несмотря на кровопролитие, все-таки милость Божия покрывает всех нас, и она пребывает только там, где есть правда, где есть истина. И поэтому так важно стоять за эту правду и истину даже до последнего своего издыхания. Сегодняшний день – это день памяти священномученика Кирилла, митрополита Казанского, 80-летие со дня кончины которого сегодня молитвенно торжествует наша Церковь. Этот дивный угодник Божий принял священный сан, уже будучи человеком в летах. И поэтому ссылки и тюрьма выпали на его долю именно тогда, когда он уже был в старческой немощи. Но он так отважно и по-молодому рьяно преодолевал эти все испытания, что воодушевлял окружающих его людей, которые также были в узах и в страданиях, и ужас от их полностью в себя поглощал, потому что все то, что они видели, это, ну, полное совершенно неспровержение всех тех высоких духовных идеалов, которые они созидали в своей жизни. И как было в таких обстоятельствах не отчаяться? Так же лилась кровь, так же была страшная несправедливость, но такие исполины духа, как священномученик Кирилл, празднуемый сегодня, они понимали, что в этих сложных обстоятельствах жизни крепость духа, незыблемая крепкая вера, уверенность в том, что, несмотря на все ужасы и страсти, которые происходили, все равно правда Божия обязательно восторжествует. Эти люди и сами не поддавались унынию и отчаянию, и окружающих всегда поддерживали добрым, мудрым словом, своей улыбкой и готовностью к подвигу. Вот и мы с вами, братья и сестры, обладая этим знанием, читая Евангелие, совершая ежедневную молитву, не должны унывать. Наоборот, мы должны стоять крепко в вере и должны четко знать, что с нами Бог, и Господь обязательно явит свою великую милость и пошлет свою благодать всем тем, кто сегодня стоит за истину. Всех вас сердечно благодарю, паки и паки поздравляю с праздником воскресного дня. И на всех вас, на ваших родных и близких, и на ваши труды я призываю всесильное Божие благословение.